я пришел подышать Советским Союзом. Чего нет нигде, а у вас есть? Гвоздика, например, одеколон. От комаров летом хорошо идет. Потом зубной порошок тоже. Очень многими любимый. Вот есть люди, которые только зубным порошком пользуются. Зубные щетки с натуральной щетиной производства Болгарии. Дегтярное мыло тоже многими любимое. Бывает, люди вот приходят просто так вот по-человечески пообщаться, поделиться. Ну, приходят люди, которые с Черемушек переезжают в другие районы, так же самое приходят, другие города приходят и помнят нашу заведующую, которая тут была, всегда не придут. Сядут там, стульчик, ля-ля, как подруги, ля-ля-ля, рассказывают уже, как-то знали, состав семьи, что у кого, как, всегда здороваются. Очень много вот таких вот приезжают, вот у нас вот такого вот в Америке нет. Набрали, я пойду вот своим. Откуда товар? У нас Полтава, Рамны, Сумская область, Кривой Рог, Николаев, Днепропетровск, Харьков. Смотрите, рассказываю. Это трикотаж, он тянется. Значит, вот вы его одели, он на вас чуть-чуть потянулся. Вы себе носите, все, постирали, оно сбегается. Но не переживайте, это не в смысле, что оно село. Стирать, конечно, 30-40 градусов. Больше не надо, иначе таки сядет. Кукла есть, тогда на нее пойдет. Детки маленькие приходят, потому что такие вот эксклюзивные вентиляторы. Таких уже нигде нет, и приходит, идет. Вы когда будете продавать в магазин, вот номер телефона, мы пойдем у вас вентилятор купить.